проезжая по улице Кирова, решили заглянуть на территорию Дворца детского творчества. Сворачиваем на улицу Милиционная. Въезжаем на территорию дворца через какой-то неопределенный въезд. Машины стоят в сторонке, в тени. На улице сегодня жара. Перестроимся и мы здесь, где-то в этом месте. Из-за слепящего в глаза солнца начнем прогулку задней части дворца. Улица Милиционная. Задняя юго-восточная часть дворца. Заходим в сквер дворца. Обсерватория астрономов. Такой вид сквер получил в 2017 году после его благоустройства.
на другой территории, прилегающей к дворцу, идет благоустройство. Поэтому мы не станем снимать ее неприглядный вид. На выходе из прилегающей территории мы обнаружили вот такую вот скульптуру. А рядом за кустами заметили еще одну скульптуру. Старец, играющий на гуслях.